Молодежный центр и территориальная избирательная комиссия города Лабытнанги ставят перед собой задачу привлечь как можно больше молодежи на избирательные участки в единый день голосования, который пройдет 10 сентября. С этой целью волонтеры центра предлагают молодым избирателям принять участие в дополнительных выборах депутата городской думы. И свое предложение они делают лично, нанося визиты по конкретным адресам. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Владимир, и я приглашаю вас на голосование 10 числа до выбора в городскую думу. И также еще есть презент по дню города 16 числа. Хорошо, Крикловк. Да, будем рады. Спасибо. 10 с 8 до 8 вечера. Спасибо огромное. Всего доброго. Всего доброго. Волонтеры молодежного центра вручают хозяевам памятки, где указаны дата и время голосования, адрес избирательного участка, правила нахождения на нем. Напоминают о том, что при себе необходимо иметь паспорт и желательно как можно больше друзей и знакомых, наделенных правом голоса на данном участке. Типичная реакция. Это здорово, спасибо большое. Спасибо, придем обязательно. Приходите, будем ждать. Спасибо. На сегодняшний день нам открывают квартиры, радужно улыбаются, люди понимают, зачем мы сегодня приходим, для чего, дают нам положительные ответы. Ну, мы сегодня делаем все для того, чтобы активизировать, дать понять, что необходимо, и за нами будущее. Эту несложную мысль волонтеры пытаются донести до сознания своих сверстников, молодых избирателей. И процесс идет успешно, потому что работу свою они тоже делают с хорошим настроением. Правда, дождик, но все равно настроение хорошее, бодрое, все хорошо, отлично. Как проходит общение с людьми? Люди отзывчивые, улыбаются, все хорошо. Обещают прийти на выборы. Такой поквартирный обход молодых избирателей волонтеры будут проводить до 5 сентября. В этом году выборы пройдут всего на двух избирательных участках. Игорь Борисов, Григорий Волков, программа «Время местное».